Всем привет из солнечной Испании. Сейчас 2019 год, май. Вот. Хотел вам рассказать, что надо брать с собой на кампо в Испании или на других солнечных странах, именно если вы идете работать на апельсинник или на мандаринник. Надо брать обязательно с собой вот такие перчатки, чтобы не кололись. Это специально длинные вот такие перчатки, чтобы деревья, у них колючки, чтобы не кололись. И вот такие ножницы. Вот такие ножницы профессиональные или непрофессиональные. Ну, стоят 15 евро приблизительно. И вот такая копаса на копасу вам дают. Вот. Такие ножницы. Перчатки можно и такие, но все руки будут обколоты. На данный момент в Испании платят 6 евро в час инстранхерам или приезжим. Это марокканцы, негры, китайцы, экваторианцы, украинцы. Много кто работает на полях. 6 евро в час платят. Работают с 7 до 6 вечера, это получается 11 часов, но по полчаса два раза забирают, потому что в 11 часов завтрак и в 3 часа это обед, по полчаса. То есть получается 10 часов и вы зарабатываете 60 евро в час. 60 евро. Но еще расходники, это вот перчатки приблизительно раз в месяц надо покупать, потому что портится, ну, ножницы надолго хватает. И расходник — это пассажи, это место в микроавтобусе. Получается 2-4 евро в день вы платите. А так приблизительно вся эта информация. Много что растет в Испании. Инжир, есть видео, можете посмотреть на канале про инжир. Мандарины. Мандарины сладкие. Это еще вот не созревший, желто-оранжевый. Давайте посмотрим какой-нибудь. Это твердый. Мандарины все уходят на Италию. Ну, по крайней мере, у этой импрессы, этой фирмы все уходит на Италию. Мандарины, я думаю, все видели. Ну, они вот такие. Пробуем. Сладкие. Сладкие. И вкусные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.